В Иванове открылся центр подтверждения учетных записей на едином портале государственных услуг. Теперь воспользоваться ими будет проще. Раньше подтверждение авторизации приходилось ждать по почте с заказным письмом. Теперь же сделать это можно за несколько минут на базе областного департамента развития информационного общества по адресу площадь Революции 2/1, кабинет номер 306. Авторизация учетной записи необходима для совершения на портале госуслуг юридически значимых действий, например, для записи ребенка в сад или оформления сделок с недвижимостью. А для получения информационных услуг, например, данных о штрафах ГИБДД или долгов по налогам, можно воспользоваться упрощенной схемой, создав учетную запись заявителя с помощью номера мобильного телефона или адреса электронной почты. Подобные центры до конца года появятся в каждом муниципальном районе области. Некоторые услуги уже доступны в электронном виде на портале государственных услуг. Для того, чтобы воспользоваться этими преимуществами, необходимо пройти процедуру авторизации. Она до этого была более громоздкой, то есть необходимо было послать запрос, по почте получить ответ. Это и время занимало, да и некоторых отпугивало, потому что на почту тоже нужно прийти и свое письмо забрать. Открытие этого офиса позволяет это сделать быстро, может быть, даже просто идя мимо, вспомнив о том, что есть такой офис, и я желаю получить регистрационные данные, чтобы потом в перспективе порталом государственных услуг воспользоваться.